Добрый день, ребята! Начинаем урок биологии для восьмиклассников. Тема нашего урока – особенности структурного соотношения белки-аминокислоты. Эпиграфом к нашему уроку послужит следующее высказывание. Природа – это единственная книга, всякая страница которой полна глубокого содержания. Йоганн Гёте. Сегодня на уроке мы расширим и углубим знания о важнейших органических веществах клетки на основе строения белков. Сформируем знания о роли белков в органическом мире. Давайте вспомним. Органические вещества входят в состав живого вещества биосферы. Их источником являются живые организмы. В клетках живого организма органические соединения, такие как белки, нуклеиновые кислоты, углеводы и жиры, играют значительную роль. В растительных клетках преобладают сложные углеводы, такие как полисахариды. В животных – белки и жиры. Тем не менее, каждая из групп органических веществ в любом организме выполняет сходные функции. Среди органических веществ белки занимают первое место как по количеству, так и по значению. У животных на них приходится около 50% сухой массы клетки. В организме человека встречается несколько миллионов типов белковых молекул. Несмотря на их разнообразие и сложное строение, они построены всего из 20 аминокислот. Белки – это высокомолекулярные органические соединения, которые состоят из углерода, водорода, кислорода, серы и азота. В состав некоторых белков входит фосфор, а также ионы металлов. Белки являются биополимерами, которые состоят из мономеров аминокислот. Их молекулярная масса варьирует от нескольких тысяч до нескольких миллионов в зависимости от количества аминокислот. В состав белков входит 20 типов аминокислот из 170 найденных в живых организмах. Аминокислоты – это органические соединения. Первая аминокислота аспараген была открыта в 1806 году. Каждая аминокислота имеет тривиальное, то есть традиционное название. Иногда оно связано с источником выделения. Например, аспараген впервые обнаружили в аспарагусе. Глутаминовую кислоту в клейковине пшеницы, от английского «глутен», что обозначает глютен. Глицин был назван так за его сладкий вкус, от греческого «гликис», что значит «сладкий». В зависимости от того, могут ли аминокислоты синтезироваться в организме человека и других животных, различают. Заменимые аминокислоты могут синтезироваться, незаменимые аминокислоты не могут синтезироваться. Незаменимые аминокислоты должны поступать в организм вместе с пищей. Растения синтезируют все виды аминокислот. В зависимости от аминокислотного состава выделяют следующие белки. Полноценные – содержат весь набор аминокислот. Неполноценные – какие-то аминокислоты в их составе отсутствуют. Также белки бывают простые – это белки, которые состоят только из аминокислот, и сложные – если белки содержат помимо аминокислот еще не аминокислотный компонент, например, металлы, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты. Аминокислоты соединяются друг с другом. Порядок их чередования самый разнообразный, что делает возможным существование огромного числа молекул белка, отличающихся друг от друга. Например, для белка, состоящего из 20 аминокислот, теоретически возможно примерно 2 умноженное на 10 в 18 степени вариантов, отличающихся чередованием аминокислот. Последовательность аминокислот принято называть первичной структурой белка. Молекула белка в виде цепи аминокислот не способна выполнять специфические функции. Для этого необходима более высокая структурная организация. Белковая молекула принимает вид спирали или образует складки. Это вторичная структура белка. Для приобретения характерной биологической активности белковая спираль сворачивается и приобретает форму шарика или глобулы. Для осуществления некоторых функций требуются белки с более высоким уровнем организации,
Четвертичная структура – это функциональное объединение нескольких молекул белка, двух, трех и более. Свойства белков зависят от их структурной организации. Белки – преимущественно водорастворимые молекулы. Белки термостабильны, активны в узких температурных рамках. Действие повышенных температур, обезвоживание вызывает разрушение их структуры. Если изменение условий среды не приводит к разрушению первичной структуры, то при восстановлении исходных условий восстанавливается структура и функция белка. Эти свойства применяют в медицине, при производстве антибиотиков, а также в пищевой промышленности. Давайте познакомимся с функциями белков. Структурная функция. Белки являются строительным материалом. Входят в состав клеточных мембран, органелл, хрящей, сухожилий, мышц, волос и кровеносных сосудов. Выполняют двигательную функцию. Сокращают мышцы, обеспечивают движение жгутиков и органов растений. Транспортную функцию. Переносят молекулы веществ и обеспечивают взаимосвязь каждой клетки с внешней средой. Защитная функция. Белки обеспечивают свертываемость крови, предохраняют организм от инфекции чужеродных частиц и поддерживают иммунитет. Ферментативная функция. Участвует в биохимических реакциях, ускоряя их протекание. Белки также выполняют и энергетическую функцию. При длительном голодании могут использоваться в качестве энергии. Расщепление грамма белка дает 17,6 килоджоулей энергии. Регуляторная функция. Гормоны регулируют обмен веществ, контролируют рост, развитие и размножение организма. Значение свободных аминокислот. Ежегодно в мире производят более 200 тысяч тонн аминокислот, которые используются в практической деятельности человека. Они применяются в медицине, парфюмерии, в косметике и в сельском хозяйстве. Например, глутаминовая кислота используется в психиатрии для лечения слабоумия и последствий родовых травм, а также в комплексной терапии язвенной болезни и при гипоксии. Глутаминовая кислота также улучшает вкус мясных продуктов. Аспарагиновая кислота способствует повышению потребления кислорода сердечной мышцы. В кардиологии применяют такой препарат, как панангит, препарат для лечения различного рода сердечных болезней. Метионин защищает организм при отравлении бактериальными токсинами и некоторыми другими ядами. В связи с этим используется для защиты организма. Также обладает защитными свойствами от радиации. Лизин – основная пищевая кормовая добавка. Используется в пищевой промышленности, предотвращает порчу пищевых продуктов. Глицин – используется как успокаивающее средство. Применяется при лечении хронического алкоголизма. Итак, ребята, давайте подведем итог нашего урока. Состав белков чрезвычайно разнообразен, и в то же время все они построены по одному принципу – по принципу полимера. Молекула одного белка состоит из мономеров, молекул – аминокислот. Всего известно 20 различных аминокислот, входящих в состав белков. Белки выполняют биологически важные функции в организме человека, животных и растений. На этом урок наш окончен. Спасибо за внимание. До свидания.